Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Елисеев, и сегодня у нас в обзоре самый бюджетный полноразмерный эндуро-мотоцикл Charmax Sport 240. Поехали! Отличный мотоцикл для новичка и для тех, у кого есть опыт, но без какой-то перспективы там соревнований, просто поездить, да, там, получить удовольствие, посмотреть красивые места. Двигатель. Здесь установлен 163-й мотор, 200 кубических сантиметров, 13 лошадиных сил. Отличный вариант для новичка, то есть не супер мощный, прощает множество ошибок. Тем, кто хочет познакомиться с миром эндуро, это просто идеальный вариант. Подвеска. Спереди у нас стоит вилка перевернутого типа, без регулировок. Сзади моноамортизатор с регулировкой преднатяга пружин. Регулировок демпфирования и сжатия здесь не имеется. С завода все настроено так, как нужно. Новичку все эти крутилки лишние. Он не знает, куда их крутить, как настроить, поэтому здесь все сделано за вас. Несмотря на то, что этот мотоцикл бюджетный, а его стоимость не превышает 160 тысяч рублей, здесь у нас установлен руль алюминиевый переменного сечения. Также на мотоцикле установлены алюминиевые крепкие обода, облегченные, даже в цвет мотоцикла. Сиденье тоже у нас, как вы обратили внимание, в цвет, да? То есть здесь детали обращены к дизайну. Графика довольно-таки яркая и довольно-таки прочная. Не довольно-таки, а очень прочная, я бы даже сказал. То есть повредить ее будет очень сложно. Пластик гибкий, не ломучий. То есть переживать при падениях не придется. Имеется фара, можно будет доехать домой ночью. Также имеется приборная панель. Да, на таком бюджетном мотике приборная панель. Причем полноценная. Спидометр, тахометр, суточный пробег, общий пробег и даже индикация включенной передачи. А это очень полезная штука, особенно новичку. Банка-глушитель алюминиевая. Звук средний. Не супер громкий, но и не тихий. Басовитый. Тормоза, соответственно, дисковые, гидравлические. Очень чувствительный. Обратите внимание на размер переднего тормозного диска. Сиденье, помимо того, что оно классного дизайна, оно еще и широкое. Дополнительно здесь есть подножки пассажира. То есть можно посадить подругу, друга и прокатиться. Также есть еще указатели поворота и зеркала. И багажник. То есть можно прицепить любой груз и съездить куда-нибудь на дальничок. При отсутствии необходимости это все снимается. Можно снять зеркала, багажник тоже демонтируется. И крепление, соответственно, стопаками тоже это все можно убрать. Если подытожить, то это классный мотоцикл, скорее для новичка и для того, кто хочет познакомиться непосредственно вот с этим миром эндуро, замечательным и потрясающим. Мотоцикл крепкий, не нужно переживать, что вы там погнете руль при малейшем падении, помнете обода при преодолении каких-то препятствий. Есть буксаторы колес, то есть у вас покрышку не провернет, сосок не срежет, не выйдет из строя мотоцикл, не придется откуда-то вам приезжать на спущенном колесе. Надежный мотор, проверенный временем, экономичный, неприхотливый. Приходите к нам в магазин, попробуйте сами, посидите, прокатитесь. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик. С вами был Павел Елисеев из команды Charmax Motors. Пока!